Всем привет, дорогие друзья! Папа Юсуф канал. Сегодня у меня гости приехали с Румынии. У нас один министр друг друга не понимаем. У них язык по-румынски, у нас совсем другой. По-французски не знает. Транслайт, спасибо большое, мы поговорим. Я случайно год назад человек давал телефонный номер, когда я работал в Sea Life Hotel. Вот в этом году приехал, звонил, сейчас мы приехали. Магазин Депо Аутлет совместный. Человеком гуляем, он меня отлично подарок привезли. Покажи подарок. Видите, что меня привезли? Настоящий друг. Я мадус, am venit aici în Turcia, în Antalya, la prietenul nostru Yusuf. Este un prieten deosebit, l-am cunoscut acum 2 ani la hotel Sea Life. Și avem numai cuvinte de laudă despre el. Este un prieten deosebit, un om deosebit, cum rar mai întâlnești în ziua de astăzi. Teşekküre derim, Yusuf. Наверное, он хорошую штуку говорили. Я не знаю. Жена тоже рада. Мороженое есть. Prietenul nostru, Yusuf, este un om de nota 10. Наверное, хорошую штуку говорили, друзья. Не знаю, что они говорили. Просто друг на друг понимаем, что... А сейчас мы в магазин едем, уже человек хочет себе что-то купить, потом погуляем города, что есть, что нет. А сейчас я отвезу нижний водопад, человек пусть туда хорошо пофоткают, там гуляют немножко. Потом, конечно, отвезу отель. Хороший друг, хороший человек. Посмотрим, что происходит еще, друзья. Давайте в магазине будем что снимать, конечно. Я вам показываю цена. Женский обувь, кто-то спросил, конечно, буду показывать. А сейчас продолжаем, дорогие зрители, оставайтесь с нами. С Поло приехали, смотрим. Женская одежда. Очень много туристов в магазин. В мужской части. Вакики. Здесь Вакики Outlet. Двойной. Детские части. Good. Мы приехали, Мави. Так цена не очень-очень дорого здесь. Нормально осталось. Прошлой неделе очень дорого было. А это куртка. Джинсы. Джинсы почем? Бонжорно. Thank you.
Abzan. Hello, Elena. Дорогие, 109 лира начинает до, если купишь 2 штук, 199 лира, короче. Мави есть скидка, да. Ремель спросил меня в прошлом неделе человек. 50 лира, молодой человек. 34 лира. Женской части, конечно, еще не показал. 70 лира футболка. 600 рублей. Два штук 250 лира, друзья. Турецкий джинс, хорошо. Друзья, я как бы дня, я всегда говорю, и здесь сами-сами хорошо. У меня любимый магазин здесь. Скидка идет здесь тоже. Одному цена, посмотрим какая. 337 лира. Adidas. Здесь оригинально. Женский обувь. Покажу. Здесь о, женский. Турция небольшой деньги, друзья. 160 лира. Есть такие. 130 лира. Сто лира. Тоже 130. Сумка симпатичная, но почем? 480. Большой. 480. Как же сумма? Есть такие. 300 лира. О, это симпатично, а? 150 лира. Двести двадцать. 400 лира. 100 лира. Они почем? 170. Настоящая кожа, друзья, сор. Сто шестьдесят лира. Также 180. Скидка, говорят. 140. Вот. Небольшой деньги. 160 лира. Тапочки
200 лира. Детский, конечно, тоже 400 лира. Детский, ого! Конечно, марка это все. Аякка бы дуньяси здесь, друзья. Магазин большой, хорошие скидки идет, турист много. Мои друзья ждет меня. Пошли. Сейчас приехали, Özdilek. Özdilek тоже хочет, человек. Я его говорю, давайте водопад туда-сюда поедем. Он говорит, лучше идти в магазин. Посмотрим, что. Özdilek магазин. Здесь всегда хорошее, всегда качественное, друзья. И здесь Özdilek, который сам делают, сам продают. 139 лира. $350 лир эти штуки. Как первый Петр. 139, которые 90, 150. 50 на 90, 43 лира. Конечно, это такой хороший, я люблю такой. 90 лира. Вот многие дорогие зрители. Вот одно подписчик спросил меня, вот есть. Много света должно быть эти. Халаты начинают 100-120 лиров и поднимают. Такой. Мужик, конечно. Мужской. А почему женский свет очень красивый, отличный есть? Мужской, почему нету такой свет? И здесь есть расизм, а? Даже у нас нога красная. Пусть мужик видит это, что ли? Сейчас я вам постельное белье тоже показываю. Постельное белье я так в прошлой неделе, вы знаете, в Багаскенте ездил. Туда спросили меня $100 один постельное белье. $300, друзья. А Özdilek сами хорошее качество читаем. $300. Детский тоже есть. $300. Сообщим. $530 я вижу. Вот эта штука. А это за что? Вот большой, очень большой пакет, 1200 лира. Одеяло это что? 250 лир одеяло. Магазин огромный, большой. Здесь женский, все эти страна, и здесь мужской части. Бамбу. Одному человек 220 лира. Для двух человек одеяло это, друзья, 270 лир. Бамбу. Microsoft одеяло. Одному человеку 140 лир. Два человека 160 лир. Подушки.
170 лира. Где мои любимые 60 на 60, 70 на 70? Нету. Вот они тоже детские есть. Сколько стоит? Стоит. Стоит, нету. Откуда делали? Инегёл, Бурса. Хорошее место. $230 постельное белье, друзья. Вот одному, который 99, 100 лира, начинается до 115 лира. Это просто белье. 100 лира до 110 лира. Ого! Change color, color, color. Rouge, yellow. No. No? Indirimi. Bilio, madam, bilio. Bilio, bilio, bilio. Gel, gel. No. Turkish good. Вот, друзья, простое это белье, 70 лира до 90 лира. Ла подушка чехла, чехол 30 лира. О, это хороший. Мягкий такой. Здесь хостовар тоже есть, друзья, дома металл, материал. Что вам надо? Все есть. Конечно, здесь церковь центр, надо идти в других, свой магазин надо посмотреть. Там постоянно бывает скидка. Пересос через 3600. Дорого. Блендер. 300 лира, 220 лира это белый штук, 800, 700, пакет, петни, 450, нижний 250, хопка 250, 1200, арзум, почему так дорого? Друзья, 200 лира, 160 лира, 700 лира даже есть. Мультиварка, 1500, как дорого Турция. $1400, $900, $600. Россия очень дешевле, мультиварка. Так маленький ковер, 250, 139, есть разные размеры, разные. Ковер я здесь не купаю, конечно, у меня других магазинов. Друзья, друг, я вот там забрал, который из Румынии, мы друг друга не понимаем. Я умею говорить, да, по-французски, английски и русский, конечно, более-менее. Вот, друг друга не понимаем, он только умеет говорить по-румынский язык, свой язык, конечно. Вот в транслейте мы поговорили, он меня подарок привезли, друзья, смотрите. На это я вам показываю, меня фартук привезли. Он приготовит, вообще не знал, он выучил от моих видео, друзья. Представляете, человек даже язык не знает. Вот смотрит, выучил.
Сейчас говорят, очень-очень хорошо приготовим. Конечно, он пока дома, он хочет себе бизнес открыть, что меня рецепты ждет, и счет бизнеса, что можно приготовить. Он меня спросил, пицца. Пицца и тесто, которое приготовление. Вот он меня делал, перевезли порток. Потом это, наверное, сладости, вишня. Мама отправил. Говорят, это баклажан. Это что? Муштар де маза. Тоже сладости. Еще меня перевезли. Тоже мое имя написано. По-турецки написано. Мутфакта падишахтыр. Юсуф мутфакта падишахтыр. Он главный кухня. Это маск. На это ламушка. Это один типа, один Андрея подарит. О. Аня. Владимир. О, это мое. Дай, дай сюда, дай сюда. Сюда положи. Андрей. Андрей, конечно. Он еще говорит тут сюда. Эни блок. Ребзам в Титадан Салак. Он здоровья желает. Свое имя Ландрей. Вот подарит. По-турецки писал человек. Видите, даже язык не знаем друг на друга. Вот, а теперь мы познакомились. Наш канал показал. Он так говорил мне. Давно-давно ищу турецкие рецепты, османские рецепты. Не нашел. Вот твой рецепт начал. Он сейчас хочет себе бизнес открыть. Он меня приглашает туда. Давайте начало бизнес. Так держи там месяц туда. Я тебе плачу, говорит. Как я могу туда приехать, братан Рамзан? А? Конечно, друзья, приятно, неожиданно. Честно говорю. Он меня говорил там, приходи отель, забирай меня, погуляем. Я просто заходил туда, просто гулять. Вот человеком, я вас показал, депо ездили, Özdilek ездили. Он говорит, так гулять мне не интересно туда-сюда. Говорят, я соя видел, просто магазин хочу купить. И посидим, покушаем. Мы кушали вместе, угостил турецкий пиде. Вот, кебаб угостил. Хороший день произошло. 10 часов утром забралась, только сейчас дома пришел, 5 часов время. Хорошо гуляли, хорошие люди. Дай Бог, они будут здоровья. Я его буду подарить чайник, тюркский чай, конечно, тюркский кофе. Еще он меня секретно спросил, тоже буду подарить. Всем спасибо большое, друзья. Увидимся, всем пока.